Ходи, блядь, лужа. Будет сейчас будет. Но она должна через пару секунд с Сеги податься. Она будет. Скорее всего. Ну давай, я сам попробую. Желтый вообще не пистил, ну, нулям, ТП, и желтый не было. Что это за говно? Надо еще прожиматься, нет? Давайте, Рост. Нет, тут не надо прожиматься. Если проблема. Вот сейчас со всех хилите? Собирайте манку. Только самогонки кинь нам. Попало вот это. Ты сейчас сдохну, наверное, еще. Да, если ты пойдешь в рейд, то умрут все враги. О, отлично. Сука какая. А, 46 секунд еще. Давайте диван на него, что-то, блядь, не важно. Не, нету регов. Я бы дал. Иди диван ему. Наложение чар ролем. Сейчас попробуем бессмертие попробуем сделать. А, Олег, я куплю у тебя эти, ну, как они называются? Сферы. Сферы, да. Тебе надо что-то скрафтить. Ну, эти ботинки. Слышь, Суманёж, я пойду в Долорант, поменяю вещи. Если хочешь. Чего-чего? Я ничего не слышу. Надо тебе скрафтить ботинки, если хочешь. А, у меня есть рез. Ну, просто дать рейд и все. Если тебе надо ночью. Да, чего я уже сделал, я на продажу. А, ты на продажу? Ладно. Поэтому я их покупаю. О, Ваня зашел в рейд, потом уже напал. А сегодня был ДХБ? Не было. Леголас выигрывает кольчугу. Тоже надо. А, да. О, передай винтит, я не увидел ролл, короче, там выше. Трынки пишет менять его. Ну все, туда Ваня должен зайти сейчас. Сейчас. Ну если будет третий танк, можно на волну пойти. У меня его сейчас нет. Я могу в два окна. Ну это охуенно. К сумане сейчас, если я нужен, конечно. Я вещи поменял. Не было в ДД. Идеально, тоже суманите, пожалуйста. Видите на сум. Пяльку суманите. Дайте бафы. Так, давайте определимся. Кто может на танк? Нет, тёрните. Какие наручи? Кто может зайти на протопала? Мрали может спекнуться в танка. Он точнее. Смотри. Там хилик еще в рейд. В рейд можно взять. Блять, кто может протопалом пойти еще? Вместо чара. А с кого? Всех раздай каской своим палом. На ком нету их? На мне нету, я тебе диван кидал. Держи. Будешь должен. Давай, короче, пойдем в БДК и двух протоваров
и ты выйдешь со своего протопала, я возьму хилику. Ну как скам, мне вообще насрать. Блин, тяните, пожалуйста, накидку сейвинта вот этого, который сейчас идет. Просто уверен, что два протопаладина, ой, два протовара будет лучше, чем я в два дна. Ну да. Туда ваншот. Что там ваншот будет, что тут? Мутанта долго делать? Не знаю, меня бы не ваншотнули. Ну, после способила ваншотник. Говорят, что очень долго ее сейчас делать. Кикай, Клодин. Ну, вообще изи делать. Ралли и Войд Кипер в протоварах. Бля, заходи тогда на другого протовара. Так а на одного босса надо, что ли? На этого? Или что? Слушай, ладно, давайте тогда, может... Может, быстро распустить рейд. Все равно танков нет еще сейчас. Захожу обратно. Так может, лучше БДК тогда, чем протовар? Ну давай на БДК тогда заходи. Ты тут масс... Славы там не надо. Не, Ралли, про товары давай. А Войд на БДК. Там уже подойдет железо какой-нибудь. Уже нет. Ну давай, заходишь. Либо мы можем просто взглянуть это дерьмо с, там, с 10 смертями и пойти дальше. И дальше так живая пацана. Не-не-не-не, давай без смертей пытаться делать. Каждый раз пытаемся сделать, каждый раз не получается. Тут козырь лас-точивка, ну лас-босс. Этот калагарн без смертей. Вот и у меня два босса без смертей, вон в том числе. Сейчас сделаем точно так же, как в прошлый раз, али молчать буду. Про бопы и таунт это херня какая-то была. Ну реально. Да не, сейчас вряд ли получится, потому что сейчас... Так давай, если без смертей, я зайду еще на танка тоже. Так там убивает, когда правая рука живая танка. Под затыльник 100 тысяч. Никак не задефится. А когда, когда правая рука жива, надо, чтобы у танка незыблемость была. Слил руку, все, может танк танчить, не надо ничего, мопы никакие. Ну, кстати, с пула сейчас незыблемость не надо. Так. Смотри, на второй руке надо отдать ей незыблемость. Короче, смотрите, первый танчит мутант, второй Войд, третий Ралли. И, скорее всего, после Ралли вырастет новая рука, и тогда уже мутант пожмется. Мне почему-то кажется, что сейчас Ралли умрет. Я знаю. Ну, блядь, другого выхода нет. Может, точняк протопала просто спекнется? У него нет протопала. Готов? Правую слейте и бейте босса. Может, рост подождем? Не идите далеко вперед, сейчас босс агрится. Мы бы смерти не сделаем. Да, давайте рост подождем. Тут нет роста, зависит от фарта. Так, мы сейчас вливаемся в руки сначала. Сначала в правую, потом в левую. Ну просто на второй руке не будет уже роста. Так что... Мы под вторую руку дадим. Рук не видишь, бейбос? Кралька. Да я тут. Так, еще раз скажи, кто первый тачен? Мутант, да? Мутант, потом Войд, потом Ралли. Каплю не кидай, потому что умрешь. Каплю не мог кинуть протопало. Так, 2 минуты до берсы, бля. Должен ждать. Минут. А ко вторым рукам откатиться, наверное. Ну давай, мутант начинай. Ладно, дайте друид. Или мутанта сейчас все. Зубы на втором руке, это штанка, которая дальше. Все, вот забирайте. Давайте быстрее. Пытайтесь до... Гц.
И танчи. Он не сразу забрал как скилл. Блять, что это за дерьмо? Это вообще баг какой-то или мы что-то просто неправильно делаем? Точно неправильно. Даже таймера нет. Блять, мы должны 25% доставать, я надо пускать человека. На это будет. Если играть правую руку, давайте выпустим. Хороший рост. Не получается, баб. Ваншот по 70 тысяч, по-моему, начали. Радикал по 3 скана 75 кхп. Я вам поэтому и предлагал в ретриках под лаблами танчить по очереди. По-другому нельзя. Сотыдник одной рукой. Одной. 67 тысяч. Я вот не знаю, это одна тычка или нет. Рой, на услугу? Нет. На трансмут злобу. Вот смотри, он атакой набивает 40 тысяч. Под затыльником, блядь. Я вот не знаю, когда этого под затыльником. Можно трансмутить главную руку в одноручке? Да. Блин, я не знал. Наручи. Так, здесь тоже хотите письма тебе поговорить? Да, мы в Пугороде в прошлый раз делали, кстати, с лучатом. Что делать? Так это Алчат, а это Dark Stars, блядь, здесь сложнее делать все. Нормально все было. Так, блядь, наши протопали. Вот эти. Короче, мутант будет танчить босса, а Вой, ты будешь танчить этого моба. Ты сможешь сделать макрос на моба? Конечно. Хотите танчить и танки, алло. С босса сагрите, вверх иди. Сейчас босса сагрите, не надо. Станьте его. Паладин, останьте его. Хорош. Сливайте трэш. Дайте лапу, друиды. Сливайте трэш. Ну все, можно не стараться падать. Красивый график. Давайте хоть подъем мобов. Где эти большие? Бейте, пока не упали. Давайте, сливайте трэш. Только кто сагрёга? Убейте большие кто-то. Я сагрил этого моба и отошёл. Да, там пи каплика какого-то там сагрил. Добейте моба. Ну давайте тогда сейчас кошатницу сделаем. Давайте сделаем 9 жизней. Давай. Потому что мы их не делали очень давно. Если мы будем 9 жизней делать, то никаких хардмодов на следующих боссах. Не на Ториме там. Не, на Ториме надо сделать хардхайм. Что безумную. Давайте. Плюсы за 9 жизней ставим. Набирается 10 плюсов делаем. Это время. Минут 15. Я знаю. Да я людям говорю, чтобы они не плюсовали. Чем мы сдохли? Теперь ставим 10 плюсов за хардмод режим на Ториме. 3. Нихуя себе. 7 против 9. 10 против 2. Давай еще за пожарного спроси, давай. Я что? И туда, и туда. Лешка, Лешка, а можно я на Тарима зайду локом? Очень надо. На хэм.
Как ник моба? Как ник моба? Блять. Блять, ты что за толбоёб вот это ударит вечно? Олег. Видишь таргет? Иди тебе, сука, моба. Нет, не хорош. Блин, встаньте, встаньте его по очереди. У нас есть 5 секунд, чтобы занять. Еще станьте фиры, давайте. Да все, там нету дебаф. Уверены, что ульда была до ЦЛК? Ну да. Пиздец какой-то. Пацаны, как ник моба, который вот дикий защитник или как? Точно не Да. Он таунтится, нет? Конечно. Да. Таунтится, просто делай макрос и все. И сразу прожимаю эту срезку, он там жестко бьет. Дайте бабку быстрее. Если баб дайте. Крестик. Если тебя за 2 секунды не хильнут, короче, то ты сдохнешь. Крест, дай жму. Давайте просто зарвем босса без зачем. Давай. Давай. Это бафы. Чё, блядь, там, ну... Моб уходит, моб уходит. Нет, не агрить. Я могу загреть, давай. Раз. На. Ну пиздец, ждать будем, что ли? Блядь, 2 АФК, аж от 3 не... 4 не подтвержда. Да, можно 9 жизней сделать. Времени дохуя. Триня у всех прокнул. О, Триня прокнул. Че, сейчас костры ловить надо или что? Это Ходор. Ходор. Валим смеялся. Жди налево. Так плохо. Смотри, даже смешно иногда. Да иногда. Пойдем налево, ну, поубиваем. А, блин, там это сучка, все равно агрим, похуй. Дубль 2. Смотри, как я дальнего сейчас на. Давай, сами. Сами просто. Успел. Успел достанем. Короче, защитник таунтится, но от фиолетового луча все равно надо далеко убегать, чтобы челик рандомно у него шахнул. И на танков антифиры раскидать. И все там нормально убивает. Какие танки? Че ты таунтов можешь прожать, что ли, когда он влезет? Всяких макросов его успевал таунтить. Главное, чтобы рядом людей не было, в ближайших там 50 метров. Мы делаем на кошечницу? Нет, 5-10. Ага. 5-10, блядь. Кулак, рогалик, дайте. Антифиры раздайте и во время боя обновляйте. Я даю антифиры. Тут мобов не бейте. А что делаем? Ачива нет? Бля, ну просто... Да какой... Мы не убьем. Давай кошечниц. Про Потапала нет. Мы делаем всё, давай, 9 жизней. Да? У нас есть 2 танка простых. А как? Погнали. А как? Арить. Алло. Сливать ты краешь. Потом босс. Убейте босс. Слушайте его. Я уже сливал. Сейчас сольем краешь, чтобы нам все подраться сейчас. Подведи подальше, то есть. Вот это мы видим, у нас отдельно. Быстрее. Нужно растишку дать. Говорят, перед нами просто. Дальше всех квадрат. Квадрат встали, убьем босса. Сзади вас появится луч. По команде отбежим, будет заставник, мы его убьем. Вар ярость берсерка, вар ярость берсерка. Роял. Сбивай касс, роял. Приготовьте зуботычину, зуботычину. Вау. Да все, тише, ты сбил каст. Встали в сторону позицию сейчас, все под морды. Сейчас будет мелкий трэш, сольем.
2 секунды, готовьтесь. Бежать надо, далеко будет. Все, отбежали в квадрат. А в квадрат и там эти защитники. Сыграли. Лаунчи следующий. Лаунчи следующий. Становимся в квадрат. Так, смотрите, видите черную лужу? С нее будет выходить этот защитник. Следующий защитник. Марк, посвязаешь. Скоро защитник появится, готовься. Отойдите от лужи подальше. Я готов. Он не успеет. Быстрее я могу добить. Сливайте. Ну, видите, не прожал. Не прожался. Да не может этого быть. Почти. Сука не в ринже стоял. 50 метров сказали. Почти без смертей сделали. Я не виноват, в натуре пацаны, там так быстро он прыгает, блядь. Кому клуб надо, Хантер? Да, мы все равно сделали без смертей. Удачи. А для чего не без смертей делать, а почти без смертей? Спасибо, Джерин, за чего? Сзади мобы. Помогите. А ладно, все забыл. Без смертей бы не было, все равно чего бы. Упали. Я знаю, что не было, но надо что-то пытаться сделать по-нормальному. Она была, она не жире, он, блядь, там, сука, крутился у крадущегося вот этого петуха. Чтобы не было так обидно, как мы там траем алголона. Тут не работает, пойдем налево. Гроб не работает. Не работает. Давайте, складывайте с гроба, я туда не смотрю. С кого смотрю, то мне не конечно. Да. Так, смотрю на сугроб. Лагерь получает. Зайди. О, кралька. Кралька. Краля. Не надо, какая ракета. Чё? Бойду тогда тоже не надо. Сидит, Диана, ты тут? Диана. Радик, не слышишь? Блин, она не врака, что ли? Да она, наверное, за кем-то прицепилась, я кто-то в сугроб завел ее. Сейчас вам второй заведу, смотри. Прицепилась за кем-то. Заберите сзади. Да какой, блядь, идите на босса. Снег в ДД. Спекайтесь в ДД. А кто танчит? Мутант, давай в ДД я потанчу. Мне тут АДК босс. Или вам АДК лучше, пацаны? АДК? Алло. Алло. Слышно? Ракша, значит, давай, срывай игру. Я верю в тебя, брат. Ну спекайся в танка, мутан в ДД, хватит поясничать. Вот так мы и делаем, а чего в льде, если люди в сугробы заходят. Давайте быстрее. На Рексис готов? Каску... Так, каску у нас раздает точняк. Тряся кулаки и пепер-кресты. Единая вспышка.
Ледяная пышка. Ну что, ну что, ну что? Согрели, согрели. Палы. Сливайте сначала ледяные вспышки, сугробы. Постоянно двигайте спрейки, чтобы стак не выбирать. Мы вытащим ледяные. Графит двигайся. Хорош. Ну да, на Хадире мы еще не умирали. Беги, малыш! Давайте. Выбежали на границу с этими метками, забежали потом в этот ком снежный. Забегайте. Двигайтесь тут, двигайтесь, не стойте. Так, на Рекс проваливает на ночи. Сливать ледяные склепы. Ледяные вспышки на НПЦ сливайте. Давайте рост. Ядро следите. Мутант обрыгался. Олег, Олег, мы сейчас на Тарима? Тарим, Тарим. Я пойду на лок. Ладно, Ваня сказал, зайдет на этого. Как его звать? На шамана. Просто там хлэмп, не знаю. Так, с Хадира это что, грудак падает, да? Худер, да. Это иду на минуту. Так, слова. Иди, иди, танчи, забирай. Похили. Иди, иди, не бойся, забирай. Бейте трэш на стойке. Зуи, танчи, отверни главу. Диана психанула. 30 кусков почти дала. Бейте по тому, где больше хп. Первый стан дам. По стан. Саня, тряся сейчас. Стань через... Прямо сейчас. Сейчас, сколько уже ходим, до сих пор люди не знают, что одновременно надо сливать. Не команду, просто никто. И кого убьет. Так, Вендетта, слышишь? Левого иди, на левого ловушку и кинь. Или просто отцу все. Убьем только про слова Грия. На себя я веду. Забираю. Позже следующего кинь слова. С этого добиваем, ждем пока дебафы спадут. Там бой спадет и спекайте кто на танк. Ну там, там ралли. При танка пойдем. Мы что, делаем тут хэм режим или нет? Да-да-да, мы же всех усунули. Сейчас Олег придет, скажет. Присуйте пока, кто в комнату пойдет. Присуйте, кто в комнату пойдет, там 10 человек хотя бы. Саня, дай пати. Подожди, у меня этого нету чисто. Не агри, не агри, подожди. Дальний слева, просто ты овцу кидаешь. Дальний справа, это Тайкин Блин кидает овцу, а Слава тяни самого ближнего. Давайте.
все точечно самого ближнего игра. Слава таргет ищите. Сейчас Лена придет. Слава таргет ищите и бейте его. Пайлон, не за контролем. Контролем натягиваю. Олег, дай пас. Ну, без смерти на то время это не сделали, а так. Где делали? О, ну да, но вообще вроде бы. Сейчас я посмотрю. Нет, не сделали. А, нет, ой, мороз провалено. На рэпчик провалил. Либо прозрольнул. Там грудь. А сейчас бой повесится. Дайте овцу дальнему могу. Прислужника не убить. Прислужника за контроль тебя магию. Ну что, насрали, не спекнулся. Мутант спекнулся. Покорите. Он тролли. Тык, тык на шкаф. Психтики не надо? Точно? Угу. Точно? Угу. Точно? Угу. Ладно, думал будет повторение щупалец. Спасибо. Что такое леголастом? Блять, сундук с хардмодом пропал, сука. А, там ничего не было. Смотри, не бейте ее. Там печатка была моя. Нет, спека сифуры крали. Олег, а можешь дать кожаную грудь? Да, мам. А почему? Вот два танка, что ли, ты хочешь? Сама он исчез, сундук. Не бейте его, слышите, законтрольте. Сирали поможет, тут нормально. Поставьте плюсы, кто пойдет в комнату. Сейчас я. Так, давайте. Каминс. Каминс, Вуди Аллен, Мутант, Ралли, Трисия. Да я иду на минутку. Я и Фукасаку идем. Идем. Дайте баф, пожалуйста, по локу. Все услышали свои дники? Фукасаку, Каминс, Трисия, Вуди Аллен. Дайте мовцу этому ебанашке. Тебе не надо в комнате быть. Заходите все за линию. Бибоп, что ж ты кинул? Блять, ты не слышал, что я сказал? Он исчез. Три раза сказал уже. Пиздата. Меня выкинул. Пау, ты тут? А, он отошел. Ну все, давайте, запускайте тогда. Незваные гости! Где все в центр? Ну ладно, что ты за... А, да, танчик все первый. Из внутреннего круга, кто на арене, только танки выйдет. Приоритет всегда защитник. Вот, ты знаешь, как танчить правильно, да? Кого? Босса. Конечно. Подводит к стеночке, когда молнии идут. Милики в это время бегают от босса. Бля, кто на арене танк? Мутант.
Почему мутанты в комнате сами? Чего вы тоже сместитесь? Защитник, защитник. Слава, там его держи, Слава. Олег, будем моба контролить или нет? У нас есть хилика, может поконтролить. Серега, хилика сейчас выйдет и воеватель за контролем. Воевателя не бейте этого. Защитника, защитника. Ребята, защитника на арене все бейте. Выведи его из центра. И ушли из центра все, ушли. Сейчас вихрь ночь. Эти защитники. Звездопад можно? Звездопад. Звездопада, только когда спустим босс. Про завоевателя Филиппсия. Во. И в центр ставлю. На арене всегда приоритет защитник. Остальных массы сливать без звездопада. Да-да-да, если он начинает крутиться, он ваншотает, короче. Да. А на английском клиенте он чемпион. Окей. Да, если хотите хрэм, можете спускать. Сливайте трэш. ДД на рейндж, рост давай. Играйте рейндж 12, короче, метров, как на сурке между собой. Милики тоже. Милики, да, там будет самогон, дай им на хапалу. Дай им на хапалу прямо сейчас. Сказал же, мелики бьете уже, блядь. Мелики опять хватит, идите за дистанцию, сейчас будет цепуха. Ну там забирай босса. Другие боссы под новые мелики отбежали от босса, сейчас будет новый опять. Ладно, нету, блядь. На рейдж выходите, сейчас победим. Когда босса подводит к стене, вы от босса отбегаете все. Даже РДД не... Так, бау, поднимаем вот там. Меня выкинуло. Так, Ракшас, дай СС, пожалуйста, на мутан, убегали на мутан, на это. ВР больше нет. Проблема по контролю. Блять, почему ваншоты летят? Рейндж держать уже говорю. Так не, ну будет никак не пробивая, как мутанта. А вот там хоть 5% остается. Побежали пока трэш. Сейчас резать. Танк вешается дебаф, который режет ему защиту. Его надо ретаунить по этот. Не ждать, когда танк вас ваншотнет. А ему больше вешался. Наверное, надо по три танка здесь. Еще ханты там от природы должны эту. По 5. Давай, баф. Ты слышишь, лохом пойдешь. Мне все равно, Ваня, если нужно, чтобы напало, сейчас зайду на шамана. Если не надо, давай так. Ты не лень заходить. Давай так, пойдем, если тебе ничего не надо. Осталось, короче, пожарника сделать. О, не-не-не, нахер. Закройтесь со своим пожарником и зимой. Ну, в следующий раз я понимаю. Не нажимайте кнопку. Да, я его покурю. А я за чайком фастиком, очень фастиком. Что, Нишка? Не-не, штанишки не персональные, извини. Блин, ну да, я их одену на что-то. Давай.
Сколько они стоят? 1500. Нет, слишком дорого. Могу махнуть на рецепт. Согласен? Какой рецепт? СВК или сульды. Давай. Давай. Давай рецепт. Не, ну ты возьми сначала штаны себе, и потом через обмен сделаем, а то получится как щупальцей. Щупальце получилось, вообще не в курсе, при чём вы звоните, блядь. Так. Можно отойти? Отходи, защитник. Надо кому-то. Мутант, вытягивай самого большого, а ралли весь мелкий трэш остальной. И их надо развести, чем дальше. Что, заспеклось-то? Кто это там, новый человек ралли? Кто это там, чё? Какой-то ралл появился. А? Ну вот, который сейчас ралли только что говорил. Это жмук. Я же говорю, жмук, как голос поменялся. Ты чё там? Так не, по-моему, просто успокоительного выпил, но как-то речь помедленнее стала. Валерьяночка или карвалольчик там, чё? Я цветочки хавал. Патрон. Вообще так медленно стало говорить. По-нормальному, а ты так летел куда-то, не знаю. Лаванды нахерят. Тинтя полоза. Кто резнет 50 ЕП сверху? Ладно, давай нормально. На пол на пепера, я резну. Давай. Я пошутил просто. Я стой, знаю. Олег. Давай. За все. Дайте фулбок, что бабка. Да все, не нажимаем. Давай. Чё, мы плюсуем за хармот на Мимироне? Да, можно. Да, давайте на Мимироне хармот. Короче, я пообъявлю, если будет 10 плюсов, то сделаем. Плюсуйте, пацаны, на туре. Ну, пожарного? Бьём, так что сорян, давайте фрейл убьём. Так мы уже плюсуем? Не, короче, я на пожарном скажу, что надо от Шокова отбежать, и возможно тогда убьем. А если там не забагается как раз, пойдем отдыхать, в резку пойдем. Подождите, пацаны, ага. Знаете, что узнал? Там, короче, когда бомба ледяная, он каст над боссом появляется, такая полосочка. Тогда надо, да, искать его. Можно просто посмотреть на комнату и увидеть, где это, она будет, бомба эта. Так как ты посмотришь, если ты не видел каст? Если ты не видел каст, ты не будешь ее искать. У меня дальность камеры 500 километров. Я вижу. Так, давайте подождем вот этого дурачка. Этот дурачок сейчас идет и убьем листочек. Она уходит. Ну все, пошли бить звезду, звездочку. Я готов. Так, у нас храм. А, у нас рога режет хит, верно? Дайте фулбаф, пристыть. Нет, все намажет. Чек на пол. Хан, ты сможешь порезать хил боссу? Вендетта. Серега, приказ, дай просто бог. У нас Серсея покажет по земле, верно? Демон Фрейдер есть, верно? Есть. Хорошо. Каску дебафните паладины. Каску дайте пополам. Короче, у нас не, у нас два паладина, и теперь... давай, три ся каски, а Пеппер кулаки кресты. Кто ДД? Не, вы в два танка остаетесь. Я в фурика. Да, быстрее, быстрее. Отойдите от босса. Вефа, ты тут? Самогон, ты тут? Сука. Тут. Я на бой. Хост. Хост, все? Да. Ладно, был. Забираем его. Иди подальше, Крэйда. Отойди, могу. Так, не стойте. Не стой лучше. Сейчас делятся, появятся со мной. А лучше раньше были? Да. Дайте сюда. Продать. Все, смотри. КД на рост. Да, на рост. На рост. На рост. Курокас надо будет стопнуть. В команде это больше. Сейчас. Стоп. Ха-ха-ха.
Без смертей даже. Hard more. Hard. А дай шею. Не, на. Герой. Давайте. Дай нарез. Ралли, у тебя есть? Да? Да, я есть спина. Мету плаща. Плащ. На ДФБ и ВК, ЦЛК 25 гир, анбаф. А почему Джерри он первый, блядь? Вы чё, блядь, обкурились? Подходите, трэш, снизу убьем, чтобы портал открыли. Так она ж, блин, нахила, зачем она вам? Да, танцмут красивая, говорю. Уже портал открыли. Телепортируйтесь. Да, на фукусаку, да. Будет красивый фукусаку. Портал, ой, портал, ларь. Портал, блядь. Почему я никогда его не выигрываю? Ну отдайте ей, отдайте ей. Потому что ты с угробом ходишь. Че, у всех алхимия, что ли? Все ходят с угробом. Сегодня только. Это не я была. Попарите. Попарите. Самогон, блядь! Самогон, блядь. Отдай бау, бау, бау. Сав. Ваня, мутант тоже собирай по одному. Куда портоваться? Трава обрежена. В РС-ку. Мне фурик или как? В РС-ку. Фурика. Блять, трек сейчас опять мультидотаж. Пожарника сделаем? Писал. Сейчас подожди, надо решить. Давайте, кто за пожарника, ставим плюсы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это что такое? 10. Ровно 10, смотри, не больше, не меньше. 11. Это что вы, подожди, на что плюсы это? Пожарник, ну ладно. Какой пожарник? Мы уж, вы почти до йога дошли, кто-то башку залутает из вас. Какой пожарник? 12 плюсов уже. Можно и пожарника, и залутать башку. И только перед тем, как пулять босса, расскажи нормальную тактику, а не так встаньте в звездочку, ой, что делать, не бейте маленьких мобов. Я так никогда не делал. Ага. Так же, как и с зырами на алгалоне. Пожалуйста, посмотрите картинку ВКонтакте. Я рисовал в пайне 15 минут. Блин, я не... Отмечаю. Ты меня озадачил. Слышишь? Только... А? Ты меня озадачил. Я не тебе... Можешь жмуку, только жмук, рассказывай медленно и членораздельно, пожалуйста. Да зачем рассказывать? А то мы с Виталиком обычно забываем то, о чем ты разговариваешь, говоришь в первый раз. Все станем, будете подальше стоять, и я буду делать, будет что-нибудь. Так нормально. Нам хулиприз надо, если пожарника будем делать. И во время трая. Секунда, я отойду. Каприст. Бэршам. Типа мой трю. Не, он там же хилика спекнется, а тут хулиприз в топе. Типа твоя фиаско, ой. Какой фиаско, ты видел, я как вчера хилил, блядь. Просто 10 капель ПС. Такое никто не нужен. Ты видел на туре, да, Ваня? Да, видел нормально. Короче, смотри, с РДД просто ходите в звездочки, Каменс на второй фазе выйдешь на рейн, чтобы словить красную метку. Потом я буду говорить, куда смешаться. Все, это все, что могу знать. Классная тактика. Угу. Какую-то сторону-то подойти. Кто ни разу не убивал пожарного или вообще не был на пожарном? Хорошо, сейчас тогда будете на пожарном. Милики, шарите как бить первую фазу? Если не шарите, просто стойте в РДД зоне. Так не может мы их на РДД загоним, слышишь? Ты угорел? Что-что? Не, урона не хватит. Надо еще, чтобы мины взорвали. Эти паладины, бабли. Там много урона проходит тоже. От мин. Их можно дать. А, стоп, у нас РДД дохуя. Сейчас бы говорить, что не хватит ДПС, когда фулл гирный рейд. Да. Пошли разбили, не хватило за подобное. Да,
ДЦ есть, холипал есть, эршам есть, эрдру не хватает. В прошлый раз мы били, нас было 21 человек, и у нас было медиков гораздо больше. Самогон, спекайся в эрдру. Так, у нас есть 1, 2, 3, 4 лока. Ваше предложение, кому СС скинуть? Ну, смотрите, на друидов. Потом на хила какого-то слабого, допустим, на козыря. На Трисю можно кинуть. Бля, хуёво. Зачем? Не знаю. Опять пойдешь на рэп под крыльями бабы, чай этот бомбы хлопать. Ракшазу. Я не хлопал под крыльями. Замолчите, блин, пускай говорит Олег и все. Так, Лефа кинул СС Козырю, в идеале кинешь Леголасу, кто там, Серсея, Самогону, Ракшас, Бау. А, на Леголаса кинуть через 2 минуты 20 секунд. Да, все верно. Чек на пол. Надо на танка, который умрет. Еще один лок есть. Тут не один. У нас, ты сказал 3 танка у нас в рейде? Да. Кто 3? Ну, танки. Войт и мутант танки, все. Мутант танчит босса, Войт, трэш, ралли, фурик. Я запускаю. Я вылетел. Я не запускаю тогда. Стоим, ждем. Я вылетел. Слышно, да? Так. Пейпер, кулак, роги. Чек он разбах. Я даже фласку выпью. МП5 не. У нас. МП5 не будет хант. Пошлите по роге эту каску. Смотрите, ребят, вайпаться нельзя, потому что иначе все забагается. Давайте вайпимся и пойдемте в резку. Хорошо. Кто умрет, блять, я выйду за вами. А да. Вот вы так точно не стоите, я просто на первой фазе. Просто меточку поставил, где обычно РБД стоять. Просто будет лучше на все 20 человек кидаться и тяжело захиливать это дерьмо. Войт, купи мне путевку, я сам к тебе выйду. Самолет. Сейчас он зайдет. Не тыкай, уйди. Все, самолет готов. Секунду. Шрегеши прикольно. Я готов. Так, давайте посмотрим на последнюю фазу. ГЦ, Трисе. Давайте, когда. Бля, нахуя вы запустили, суки? Присты на последней фазе, мультидотим все части тела, Мелик и Низ, остальные РБД, башку. ГЦ. Давайте, да? Смещайтесь. Беги, малышка, беги! Ну я отошел, меня не пилили. Бежали. Ты бомбу сорвал. Это пиздец. Конечно. Не поднимать. Пацаны, стопать надо, мне кажется, да? Да. Стопать, дамаг, идем, пока босс подушит в плане. Не бей босса. Да еще урод, а я вместо рэнты. Не бейте никто. Да не флудите, пусть Олег только говорит. Пидорасы флудят. Беги, малышка, беги! Аликалик шел по удару, сейчас будет потушение этого великолепного котика. Подбивите удар. Все, сливайте, слили босса и набрали вот сюда елочку. Идем, пока огонь разливаться будет. Огонь появляется и отбегаем. О, отбежали быстрее. Да, это быстрее, да. Угол. Не слушайте его, наркоман какой-то. Стоим с так, давай, камень с хилика на РНЖ будете, ребята, на второй фазе. После опасной метки забежите под обстрел. Так, звездочку встали. Так, можно уже бить босса, пошли. Мелики, давайте в центр. Стойте вот здесь, где звездочка. В центре самому не стоять. Вот тут, где мелики, стойте, где звездочка. Вот по этой там дизель, сало, так, слышишь, Кабор? Там сало дается, РДД. Чуть подальше. Да. И тут там говорить непонятно. Эти так, звездочки. Смотри, ядная бомба, смотрим. Так,
Да, нападали. Забежали. Там где огонь, сейчас там далеко. Шаг ледяной. Звезду, по звезду, бегите к звезде, там ледяная бомба возле ворот. Потушила, все живы, продолжаем дальше, дамаж. Метка. Метка нормально, давайте звездочку встали. Звезду перемещайтесь. Перемещайтесь быстрее звезду, скоро обстрел. Беги, малышка, беги! Звезду! Звезду! Отбежали огонь, звезду. Вот так. Видите, звездочка? Звездочка никогда не умирает. Забивай звезду. Все, убили, давайте этот, на край вот сюда, ждем появления этого. Ставьте маны, надо маны. Пою гимн на мону, ставь тотем. Пейте бушку рубежки. Появилось уже. Подбегайте. Давайте к звезде. Ориентируйтесь на звезду и бейте башку. Вот сюда прям подбежали. Главное следить за лужами. Потом потихоньку отбегаем. Мутант постоянно водишь на третьей фазе босса. Сейчас надо бот выбежать. Так, смещайтесь. Звезду, огонь расширяется. Сюда, в звезду смещайтесь. Валям, давай, что это за дерьмо? Меня откинули. Видишь? Эти мелкие откидывают. Я не знал. Кто-то такой мне говорил. Бейте босса. Давайте. Звезду встали. Помедленность такая классная. Есть уже дня. Бейте низ, РТД, башку, кресты, бейте все части тела. Смотрите, сейчас сначала будет ледяная... Да бейте. Да, сначала будет красная метка, потом ледяная бомба, потом обстрел, а потом уже... Шоковая. Буду говорить, что делать, куда бежать. Встали, сейчас звездочку. Мутант, веди босса туда, где есть... свободное пространство без огня. Все, давайте. Рост. Ледяная бомба, смотрим. Так. Ледяная бомба. Где это не вижу? Я не вижу. Вот. Нормально, нормально. Паладин это прессия под бабом. Разобей мины. Разбивать. Разбей мины. Ну, блядь, не ходите по минам, суки. Отбежали от огня. Отбежали от красной метки. Становимся в звездочку. Сейчас будет обстрел. Внимательно смотрим на звездочку, где она будет стоять. Сдали не умирает от обстрела. Беги, малышка, беги! Забежали звезду. Обстрел. Кресты, голову стопните. Бау, поднимай Ракшан. Голову стопните. Голову стопайте, РДД играйте вниз. Блядь. Выводи босса. Самогон, поднимай меня быстрее. Поднимай меня быстрее. Сейчас шоковый будет. Шоковый, красный метр. Отбежали от красной метки. Отбежали, шоковый отбежали. Отбежали от шоковой, быстрее. Отбежали, 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 все выжили. Добивайте босса. 200 кау. Я Ракшаза так и не нашел. Молодец, ты не нашел. Смотри, какой. Слышите, слышите, самое главное, это 2000 ЕП сверху. Да хуйня. Не-не, ты был против, ничего нет, ЕП. Хант, скинь этот. Бой из рута сюда. Ресните, пожалуйста. Бой висит, подожди. Нет, я. Бой, не висит, бой. Ресни, Виталик. Сейчас, блин, короче, 7 человек получил урона. Мины. Гонит. Нихуя себе, я еще и протодракона получил. Ебать. Ну, поднимите, ну, быстрее, да, я же. Это за слова, да, вот как дракон. Ракшас опять на мультидозил, да? Ракшас, Леголас умерли от мины, вефов без комментариев. Я и еще пару человек от обстрела. Странно. Я в огне сдох. Звездочка не умирает же от обстрела, да? Ну, блядь, думал, когда все бы умерли. Болевшие гранили. Это типа ласт босс? Или есть еще? Это ласт уже.